Никита готовится нас кормить. Куда, говорит, вам дать? Ну, я говорю, ты в корзинке-то принеси шоферу. Трактористу. Он решит домой идти, до дома-то тут недалеко. 3 минуты ходьбы. И мне также дай. Я сам решу тогда. Если надо, я этот обед принесу в столовую и поем. Ну, назначи мне это. Это вот так называемый мамбрийский дуб. Мы его огородили, потом сильно его обкорнал Игорь. И столик был. Вода всегда холодная была. Кто проезжали, могли поесть. Евангелие посчитать. Во. По дорожке. Вениамин Янчук Евгеньевич. Неровно, так на глазок все делается. Там он еще вода, чтобы он сюда провез. Это вот Володин дом дальше. Он там дальше Алексей строит, а тут Никитин дом. Вот это вот первый дом, в Потеряевке был построен. Маме батюшка. Что-то наше мучается. А кто? Алексей видел что? Ну, это дорогу оставить хотим, как вы кирпичом, Игорь уже забросал. А здесь поднять повыше. Сделать ровно, провести даже трубу. А что тут проводить? Тут завалили все, воды-то и никакой пока и нету. А если появится, так видно было. Сказал, буду вернуть березки, не трогать. Это не стоят. 4 и по краям 2 маленькие. Но одна упала. Было 7, стало 6. И вот эти огромные корни. Так называемый мамрийский дуб, мамрийский. Авраам, где ангелов принял. И мы так вот назвали, огородили его. И около него как раз поворот делался. Сохранили. Несколько раз сеточкой сделали. Женщины, сестры идут, когда доить коров. Ребятишек туда посадят, там играть сделали, песочницу. Вот так. Куда-то свернули, нету.